Общаетесь, что интересного обсуждаете? Да что мне обсуждать? Вам виднее, вы уже все знаете. Нет, а вот у меня вопрос такой, а у вас здесь вот крестик, он что означает просто? Это какой-то род войск или что? Я медик. Медик вы? Да. А, это врач, понял. А вот там еще вот с другой стороны, что он означает, если не секрет? Войсково-медичная служба, военная. Медичная, я не знаю, как по-русски сказать. А, то есть вы врач, ну а вы вообще вот как врач, вы участвуете в боевых действиях или чисто ребят лечите? Лечим, ну, когда приходится. Ну, то есть ваша задача чисто или там еще что-то во время оказать ему вовремя услуги? И с нашей, и с вашей стороны. Не, я просто вас спрашиваю, я хочу понять просто, я понял. Я же вам говорю, начальная задача с нашей стороны и с вашей. А есть, когда я... Не, я понял вас насчет... Я вас понял, тут уже как бы деваться некуда, поэтому приходится защищаться. Тем более там во время толком не разберешь, кто свой, кто чужой. Не разберешь. Я с вами согласен. А вы нашим тоже оказываете помощь, честно, или все-таки... Нет, оказываем. Очень много ваших... которым мы оказываем помощь. Ну, молодец. Вот, изначально идут наши, а потом ваши. Не, ну я понимаю, что сначала своих ребят, да, а потом уже они, потому что в любом случае это... Ну, вы не бросаете, там, да, там нет, вот такие вещи. Нет, ни в коем случае нет. Но если вы действительно как врач так поступаете, да, я вам скажу респект. Действительно респект. Ну, это такая команда, и что бы я хотел, не хотел, я делаю то, что я делаю. Ну, понятно. А вы вообще врач профессиональный? Я проходил подготовку. В Польше проходил подготовку на медика еще в 2013 году. Ну, то есть у вас, в принципе, уровень подготовки достаточно грамотный. То есть вы знаете, как что, да, на поле оказать помощь. Такие вот. Тем более, это же повод, это, причем это такие очень тяжелые. Я вот просто по роликам видел, да, насколько бывает. Ну да, а еще вопрос. А... Вот вы, допустим, видите, человек тяжело, у него болевой шок там, вы какими-то... Это обязательно? Но если нет, просто обезболка идет. А обезболивание это не... Я имею в виду, просто я спрашиваю, мне просто любопытно. Это только после того, как... Ну я вас понял, то есть когда действительно там... А вопрос такой, да. Я просто один раз смотрел ролик, и там один его врач говорит, а не так, он говорит, обезболь меня, а он говорит, подожди, у тебя не настолько серьезно, потому что потом будет еще хуже. Да. А почему может быть потом хуже? Я вот этот момент услышал, но не понял. Когда его привезут, вы... Давайте попробуем, я не... Ну, мне очень интересно с вами пообщаться, потому что я вижу, вы нормальный человек, вроде адекватный. Ему надо знать и кинбу, и чтобы не было последствий. То есть это не просто, да, там взял, а это вот потом идет какие-то последствия, да, от этого. Все, товарищ, я выезжаю на службу. Вы уезжаете? Ну ладно, в любом случае вам спасибо за то, что наш не бросаете. Здоровья вам, побегу. Спасибо, пока. Ну, вот, пожалуйста, военный... Адекватный, здравый мужик. Молодец, хоть правду говорит честно, как есть, да. Говорит, как есть, да. Глаза у него добрые. Да, норм, мужик. Глаза у него добрые, видно. И видно, что он больше заточен помогать, чем... Ну, прям видно. Он даже говорит честно, что когда уже просто деваться некуда, да, и там же во время... Вы же сами понимаете, там никто не разбирается, кто свой, кто не свой, да. Я так, говорит, в основном этим занимаюсь. Ну, хоть ясность мне внес. А то я один раз ролик видел, ребят, где к нему подбегает врач.
И он говорит, что нельзя. Да, это только в самом критическом случае, да, потому что потом будет хуже. И вот этот момент мне что-то в голове засело, я думаю, надо будет как-нибудь узнать у кого-нибудь, почему будет хуже. Оказывается, вот какая ситуация. Оказывается...